Então, se uma outra Tesla. Câmera sobre o glitch. Tempo tudo grita, estilo grave. Свой писк изменил. Потребляет это 1,5 ампер. И 14 вольт. Говорит на таком расстоянии. Много вниз и 3 резонанса иду. Чтоб потом, когда приближалось, свой резонанс приходил. Качер на 5 мегагерц. Это одна клетка, 1 микросекунда. То есть 0,1 микросекунда. 100 наносекунд. Потребляет он ничтожно мало. Может где-то 50 миллиампер. 19 вольт. Чтобы он был мощнее, нужно напряжение поднимать. Либо нужно мотать на катушке меньшего диаметра и тоньше проводом. А тоньше провод. Ну да, тоньше проводом. Тогда будет витков больше и очень короткие провода к плюсу и минусу нужно. В общем, с ним большую мощность трудновато будет получить. Ну, в принципе, можно. Но так, чтобы вот ничего не перематывать, то надо, чтобы повысить мощность, просто напряжение поднять. Теперь, наверное, такой слабый, что даже не будет.
Он даже не горит. Он еле горит. И тот случилось, как говорил. Поднял напряжение для качера и теперь где-то, наверное, 50 вольт. И сразу он мощнее стал. Сработает на 5 мегагерц. Вот если кто как бы не верит, что он на 5 МГц работает. Вот. Вот качер на 100 МГц на радиоприемнике, и он ловится. Идет наводка от 50 Гц, и она ловится на радиоприемнике. Я пока его запитал через 50 Ом резистор, потому что, чтобы не спалить, думал, вдруг не заработает, если... Питание 8 вольт. Потом антенку приделал, но и без нее работает. И вторичку я отмерил 75 сантиметров где-то. А первичка, как видно, где-то 8 сантиметров. И параллельно конденсатор 2,2 микрофарада, кажется. Вот такой квадратный, безиндуктивный, белый. Параллельно плюс и минус. По плюсу идет 100 кОм от плюса на базу, и от минуса на базу нет никакого резистора. Он через емкость транзисторов, надеюсь, там пройдет на минус. И транзисторы C1815 тоже C1815. И два транзистора, они, кажется, на 65 МГц, но они работают и на 100 МГц.
Просто я искал N2222, 4 двойки, и не нашел их, поэтому поставил эти. Они уже у меня были припаяны по два, и раньше передатчик на их, радиопередатчик на их делал, поэтому они тут уже были припаяны, так я их взял. Вот работает мой качер. Перехватывает очень широкий диапазон. От 50 Гц наводка идет питание. Вот, чтобы убедиться, что это действительно он, я пойду и его подергаю. Вот такой качер. Теперь я ему подал 15 вольт, и он через резистор питается, как и тот раз 50 Ом. Но подал 15 вольт, и потребление его 20 миллиампер. Вот подключил я эту ерундушку, и получилось промодулирован качер. Теперь попробую на радио показать. 103 МГц FM получился. Он даже на стол, он в некоторых местах не помогает. Thank you.
Thank you.
Весь эфир захламляет и занимает.
первый раз. И так случается, когда совсем не ждешь, вдруг вечереющей тиши приходит. Вот такой симпатичный качер потребляет 15 вольт и 18-20 миллиампер. Одной стороной показываю 20, другой 18, потому что от наводок немножко глючит. Вот столько мало потребляет. Мне весь эфир забивает. А говорят, что эфира нет. Есть. Теперь единственная проблема, что как от этих наводок избавиться. Ну тут можно 50 Гц аккумулятор поставить, вот как вот этого пищания. И аккумулятор не совсем хорошо, что там 12 вольт. Нельзя. Два аккумулятора последовательно не буду включать. Тут пока питается через 50 Ом резистор, если напрямую подпитать, может сильнее будет. Но пока даже, когда и через 50 Ом резистор питается, это уже как сильно. По сравнению с радиопередатчиками, которые я раньше делал. Там даже антенна была 1 метр, а тут антенна вот. Совсем нет никакой антенны. Маленькая. Ну это зато тут наверху стоит у меня. Раньше другие там на постели лежали. Постели железные. Из пружины железные. Так они, может, там экранировали. Вроде бы удалось немного снизить шум, но питаю от аккумулятора, и он заряжается. Ну, можно и не заряжать. А наводки нет, раньше было наводка. Thank you.
Это все моя станция. Перебывают все другие. Но это только на этой радио. Надел курточку, взял лукошко и побежал на опушку. Но медвежонка там не оказалось. Где же Мишка? Степа посмотрел по сторонам. Неужели забыл? Или, может, это я что-то перепутал? Пойду-ка к нему и все узнаю. Прошло несколько минут, и ежик уже стоял перед входом Мишки. Это моя станция, если кто не в курсе. Он постучал и прислушался. За дверью было тихо. Он постучал посильнее, и опять тишина. Должно быть, медвежонок все-таки ушел на опушку, решил Степочка. Наверное, мы с ним разминулись, и теперь он ждет там, гадая, куда же я подевался. Но как раз в тот момент, когда ежик собирался бежать обратно, дверца со скрипом... Радиостанция на качере. И на пороге, протирая глаза, появился Мишка в пижаме. «Доброе утро!» — радостно воскликнул Степочка. «Оказывается, ты дома!» «Конечно, я дома!» — удивился сонный медвежонок. «Где же мне еще быть?» Это качер. Вот я приближаю. Транзисторы не напрягаются, совсем не греются. Должно быть. Теперь надо подстроить станцию.
We lost him. Удивился ежик. Ведь Мишка только что был. Видимо, медвежонок решил зайти подальше в лес, предположил Тимофей Леонидович. И теперь не слышит нас. И надо позвать. Как раз на станцию попало вроде. И гости сотрещи, то... Который проходил мимо и, услышав разговор, поспешил помочь. Конечно! Тогда лось набрал полную грудь воздуха и... С каким-то дефектом. С деревьев вокруг ходил... Потому что на станцию попал наверх. Прямо. Не может, надо поискать лучше. Хотел было спросить что-то.